Ленка, чего ты с Васькой не бежишь? Вон он какой заботливый. Портфели тебе носит из школы домой. Да ну его, у меня уже этих портфелей 200 штук скопилось. Сколько тебе лет? Скоро будет 10. А сейчас тебе тогда сколько? 6. Сегодня в автобусе женщине место уступила, она не села. Да, ну а ты что? Обратно к папе на коленке забралась. А ты чего боишься? Темноты и стоматологов. А чего темноты? Потому что там много стоматологов. Кто съел все мои чипсы? Кто съел все мои чипсы? Папа, твой я. Еще хочешь? После обеда. Пошли отсюда. Ага, а то еще подумают, что это мои нарисовали. Люди добрые, помогите, чем можете. На семье все бедные. И мама, и папа, и повар, и садовник, и даже шофер. Ты что, сломал все игрушки, которые тебе папа купил? Нет, еще молоток остался. Родители дома? Саната, как дома? Вообще-то я такое не ем. А почему? Ну, такой меня природа создала. Молодой человек, а почему вы прочитали только первую половину книги? Как вы узнали? Вторая половина книги совершенно чистая.
Мальчика, на какой ты улице живешь? Я вообще-то живу дома, а на улице я гуляю. Вот тебе 10 конфет. Половину отдашь братику. Я дам 3 штуки. Почему 3? Почему не 5? Ты что, считать не умеешь? Я-то умею, а он нет. Девочка, скажи, пожалуйста, а мама дома? Нет, она очень-очень сильно занята. А папа дома? Он тоже очень-очень сильно занят. А дедушка дома? Он тоже очень-очень сильно занят. Ну, а бабушка, в конце концов, дома? Нет, она тоже очень-очень занята. Но чем же они там все заняты? Они меня...